День воздушно-десантных войск отмечают в нашем городе не только те, кто когда-то служил в этом роде войск. Доброй традицией стало в этот день, 2 августа, собираться ветеранам Вооруженных сил России у местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», чтобы именно в этот день вспомнить свое боевое прошлое, товарищей и почтить память тех военных и воинов, кто погиб, защищая Родину. Одно из мест, посещаемых в этот день членами Дмитровской организации «Боевое братство» – Дмитровской автомобильной бригады, где в годы войны формировались различные воинские части. За 77 лет существования Дня воздушно-десантных войск этот праздник стал почти всенародным, сказал в начале небольшого митинга у автобригады руководитель местным отделением «Боевого братства» Александр Плохих. И уже по сложившейся традиции мы отдаем долг памяти всем тем, кто погиб и в годы Великой Отечественной войны, и после нее во имя нашей страны, России. После этого ветераны вооруженных сил возложили венки и цветы и к мемориальным доскам в честь 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 19-й и 20-й гвардейских воздушно-десантных бригад, формировавшихся в Дмитрове, а также к памятнику воинам-интернационалистам, военнослужащим нашей автобригады, которые проходили службу в Афганистане. Небольшой митинг в честь дня ВДВ закончился троекратным воинским салютом. Эта акция проходит в рамках международной духовно-просветительской программы «Под звездой Богородицы». Ее организаторы – фонд «Андреевский флаг», Русское Афонское общество, храм во имя новомучеников и исповедников российских в Бутово и мемориальный научно-просветительский центр Бутово. Речной крестный ход Соловки-Бутово, посвященный жертвам политических репрессий 1930-х годов, стартовал 25 июля на Соловецких островах по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Представители православных организаций сопровождали Большой Поклонный Крест, который начал путь на Бутовский полигон в Подмосковье. Здесь в 30-е годы производились массовые расстрелы и захоронения жертв политических репрессий. Установленный на барже крест в сопровождении пассажирского корабля прошел Беломоро-Балтийскую и Волго-Балтийскую водные системы, а затем по Волге и каналу имени Москвы двигался по направлению к столице. Крестный ход следовал по каналам, построенным трудом огромного числа заключенных. В ряде городов паломники делали остановки для совершения заупокойных богослужений в память обо всех пострадавших в годы репрессий. Позади остался Беломорск, Медвежьегорск, Череповец, Углич, Рыбинск и другие города. В прошлое воскресенье по каналу имени Москвы крестный ход прибыл в наш город. Во время визита в Дмитров участники крестного хода посетили Успенский кафедральный собор. Ее провел викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман. После божественной литургии в Успенском соборе была отслужена панихида по всем погибшим в годы репрессий. Это настоящая трагедия нашего государства. Вечная память всем невинно убиенным в те суровые годы, говорили священнослужители. Устроители акции считают, что духовное осмысление трагедии и искреннее всенародное покаяние позволяет заложить основы для гражданского примирения и согласия. Прославление новомучеников и исповедников православной веры даст нашим современникам необходимый импульс для духовной, созидательной работы и осмысленного патриотизма. В годы репрессий погибли сотни тысяч человек. Наш город не остался в стороне от тех страшных событий. Канал имени Москвы, как известно, был построен заключенными. Здесь сложили свои головы тысячи людей. Да и многие из тех, кто выжил после завершения строительства канала, были незаконно расстреляны. По завершении в одном из московских храмов ночной литургии Большой Поклонный Крест символически обвезли вокруг Москвы и доставили на Бутовский полигон, где он был установлен 8 августа, в день, когда 70 лет назад здесь начались массовые расстрелы. Таким образом, были символически связаны Бутовский полигон и Соловки – две русские Голгофы. Первый выпуск юных парашютистов успешно состоялся. 9 человек, в основном учащиеся Дмитровского политехнического колледжа, завершили курс парашютной подготовки Дмитровского аэроклуба и совершили первый в своей жизни прыжок с парашютом. Несколько месяцев назад ребята под руководством Героя России Игоря Тарелкина начали изучать историю авиации, основы аэродинамики, конструкции парашютных систем, прошли курс психологической подготовки. После теории юные парашютисты приступили к наземной подготовке. На парашютном городке на специальных снарядах ребята отработали ряд действий и упражнений. И вот на этой неделе группа подготовленных ребят выехала на аэродром Киржач, расположенный во Владимирской области. На аэродроме базируется местный аэроклуб. Погода выдалась ясной и теплой, но весь день дул порывистый ветер.
пока ждали Штиля, успели посетить мемориал, установленный на месте гибели первого в мире космонавта, героя Советского Союза Юрия Гагарина и героя Советского Союза Владимира Серегина. 27 марта 1968 года герои погибли во время обычного тренировочного полета на истребителе МиГ-15 в районе деревни Новоселово, что в 18 километрах от Киржача. И лишь к вечеру ветер стих, дав возможность ребятам проявить все свои лучшие качества и навыки, приобретенные во время парашютной подготовки. Прыжки было решено провести на одномоторном самолете Ан-2 с высоты 800 метров. Использовались парашютные системы, состоящие на вооружении воздушно-десантных войск. Перед стартом последняя проверка. И вот самолет в воздухе. Заданная высота набрана, инструктор выпускает первую группу. Проходят минуты, для ребят мгновение. Все 9 человек успешно совершили приземление. Так, Алексей, первый прыжок сегодня был, да? Да. И еще и к тому же первый вообще ты прыгал, да? Да. В первой группе. Вот, какие впечатления, как справился с упражнением, что чувствовал в воздухе? Ну, впечатления, конечно, непередаваемые, во-первых, словами не описать. Во-первых, выпрыгиваешь из самолета, всего сковывает. Вообще непонятно, вот где небо, где земля. Все путается. Все путается, да. Потом динамический такой рывок, открывается парашют. Облегчение, конечно. Ну, немного были неполадочки, там такие неувязочки, нештатные. Нельзя как, ну, так сказать. Короче, закрутились стропы. Ну, так нормально, в принципе. Заданием, можно сказать, удовлетворительно справился. Но вот эта подготовка теоретическая и наземная вам помогла в прыжках, которая была проведена? Ну, в принципе, да, в какой-то мере, конечно, помогла, потому что когда спускался на парашюте, парашют двигался вперед, сразу же задние перекаты, то есть погасил движение вперед. Получилось, да? Да, и все-таки снижение немного было медленнее стало, и, естественно, движение вперед снизилось. Поэтому удара такого, можно сказать, не было о землю. Посадка нормальная? Посадка была мягкая, да? Да, как положено. Отлично. Ну, все. Вот сегодня первый прыжок. Будут в дальнейшем прыжки? Да, конечно, безусловно. Такое, конечно, один раз попробуешь и на всю жизнь остается. После прыжков руководитель Дмитровского аэроклуба «Герой России» Игорь Тарелкин вручил ребятам удостоверение парашютистов и поздравил с первым прыжком. Желающие записаться на очередной курс парашютной подготовки могут обратиться в офис аэроклуба, который расположен в здании физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Локомотив». Дмитров! Выставка Надежды Беляковой – это яркое и радостное событие не только для поклонников живописи и изобразительного искусства. Дело в том, что наряду с картинами представлена серия работ куклы. Постановки на библейские сюжеты с детства интересовали Надежду Александровну. И сейчас, будучи профессиональным художником, она воплотила свои давние фантазии в жизнь. Одной из любимых назвала композицию, посвященную рождественской истории. В то время я работала в церкви. И мне предложили сделать, зная, что я занималась куклами, ну, по-итальянски это называется «эспозита», кукольная постановка к празднику Рождества Христова, праздник рождения младенца Иисуса Христа и поклонение волхвов. Живопись Надежды Беляковой также отличается от общепринятого понятия. Дело в том, что ее профессия – иллюстратор, и большинство экспонатов – это картинки к книгам и произведениям. А еще это иллюстрации к ее собственным сказкам. Уже много лет Надежда занимается сочинительством. Считает, что сказки – это одно из лучших явлений в литературе. Они носят и развлекательный характер, и вместе с тем учат различать добро и зло, наводят на размышления. Мне очень хотелось познакомить дмитровчан с моими сказками. О чем ваши сказки? Ну, хочется коротко ответить. О жизни такой непростой. О том, что, Господи, как только не скручивает человека, не закручивает. Но все дело в личном характере человека, в смелости, мужестве и юморе, конечно. Здесь ясно, что совершивший зло не просто совершает зло, а он становится человеком зла. Не видать ему того света, радости и добра, которые испытывает человек, который находит в себе силы на доброту, помощь, ну и так далее. А совсем недавно Надежда нашла себя в таком искусстве, как анимация. Пришедшие на выставку смогут посмотреть несколько мультипликационных фильмов, произведений по сказкам самого художника. Я была просто потрясена готовности
администрации, сотрудников музея к таким творческим экспериментам. Они говорят, конечно, давайте покажем. И вот наряду с детскими мультфильмами еще у меня двухчасовая анимация, абстракция. Надежда Белякова – человек энергичный и деятельный. Сожалеет о том, что не хватает времени для воплощения всех творческих задумок. Однако дмитровскому зрителю она готова представить самое лучшее и интересное из всех своих произведений.